Глава региона Игорь Руденя провел встречу с представителями первичных и местных отделений партии «Единая Россия» Твери и центральных районов области. Мероприятие стало одним из этапов процедуры предварительного внутрипартийного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность губернатора региона на выборах 19 сентября. Об итогах встречи расскажет наш корреспондент. О своем видении развития Тверской области участникам встречи рассказали кандидаты партии «Единая Россия», губернатор Игорь Руденя, глава Старицкого района Сергей Журавлев, ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская. В своем выступлении Игорь Руденя рассказал собравшимся, что сейчас в регионе ведется формирование новой стратегии развития Верхневолжья на следующие 5 лет, в которую будут включены предложения всех муниципалитетов Тверской области. Губернатор поручил партийцам на встречах с жителями региона собрать предложения в предвыборную программу партии. Также глава региона подчеркнул, что основные задачи, которые стоят перед страной партии, определены президентом на прошедшем в Москве 19 июня съезде партии «Единая Россия». Задачи понятны, цели поставлены, поэтому теперь только трудиться и двигаться вперед совместно с главами муниципальных образований, с депутатами, с руководителями первичных организаций «Единой России», со всеми, кому не безразлична судьба Тверского региона. На прошедшем съезде были определены региональные группы кандидатов на выборах в Госдуму. Возглавил ее губернатор Тверской области Игорь Руденя. А в первую пятерку вошли Владимир Васильев, Юлия Саранова, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, врач-кардиолог Наталья Соколова. Таким образом, Верхневолжье идет в общефедеральном тренде. С одной стороны, это опора на известных, опытных политиков. С другой – обновление рядов партии, в том числе за счет проявивших себя врачей и общественников. В первую очередь хотелось бы, конечно, поблагодарить и коллег, и партию, и тех жителей, которые поддержали в предварительном голосовании. Все конкретные вопросы, которые мы хотели бы предложить в уже итоговую программу партии, которая будет утверждаться в августе, она сформируется из наших встреч и с представителями некоммерческих организаций, и, конечно же, тех встреч с нашими избирателями, которые у нас впереди. Помимо выступления, на встрече с представителями партии глава региона ответил на вопросы, касающиеся благоустройства территорий, переселения жителей Морозовского городка в Твери, ремонта школ, строительства поликлиник, модернизации котельных. В завершении участники встречи проголосовали за выдвижение от партии «Единая Россия» кандидатуры Игоря Руденя на должность губернатора Тверской области на выборах 19 сентября.